Опа! Ау! Ты что, с ума сошел? Сашка! А! Дай так. Да ты что, еще не доиграли? Давай. Don't you think that the theme of suffering and fortitude is slow, especially the do dies major? Well, I agree with you. I agree with that of the first part, but as to the middle of the second part... Вышли. Закурить есть? Бить? Нет. Подожди. Бить? Хулиганы! Сашка, я твоему отцу скажу. Не трогайте а его. А кто его трогает? С ним только поговорить хотят. Ара, ты мужчина или нет? От юбки можешь отойти? Могу. Не ходи. Я кричать буду. Не будем мы его бить. Пальцем не тронем. Мы что, трое Идем. Одного бить будем? Конечно. С какой улицы? Стережковая, что? А почему по нашей улице ходишь? Я что, по твоей хожу? Да что с ним говорить? Убью! Не трогай! Сашка! А! Убери ее домой! Еще! Звери, бандиты! Ты не будешь с ним ходить! Ты кто? Какое твое дело? Не будешь! Что с тобой? Ничего, уже прошло. Ты невесту видел? Ты ничего не знаешь и молчи! Дай мне в своем доме слово сказать! И не мешай мне жить! Ты ничего не знаешь! Ты делаешь свой гамак на моторе и делай! А жизнь это не гамак! Ты невесту видел? Тебя спрашивают, ты невесту видел? Нет, не видел. Да видел. Отца позоришь, мать позоришь, сестру. Дядя из-за тебя из дома уходит! Селим! Селим, ты слышишь? Я прошу тебя, выйди на минуту! Что ж ты кричишь? Он же ничего не слышит. Селим! Селим! Селим, я прошу тебя.
Садись. Мы же ее видели. 16 лет. Ее дядя, брат Рустама, большой человек. Начальник треста. Я ж тебе плохого не хочу. Не буду я жениться. Лучше в армию пойду. Я тебе дам в армию! Перестань, хватит. Ты о сестре своей думаешь? Хватит. Она из-за тебя замуж не может выйти. 20 лет совсем старуха. Пускай выходит. Да и меня не учи. Пускай выходит. Убери это. Она тебя ждет. А если я из дома уйду, кто матери помогать будет? Ты меня ждешь? Ты же с Гаворком встречаешься. С кем? С кем, с кем? С Айра Петяна. Футболист из ереванской сборной. Он каждый месяц туда приезжает. Убью. А он зато с Санькой встречается. Санька из Бандарной улицы, которая старше него на 2 года, и он влюблен уже целый год. Мерзавец! Ах, вот почему ты не женишься. Асят, собери всех родственников и все. Пусть все знают, что со мной, и пусть он знает, кого он прикрывает.